Впервые за долгое время артисты областного казахского театра драмы побывали на гастролях. Их приурочили к проведению года Казахстана в Узбекистане. 3 и 4 июня наши артисты посетили Ташкент. Там, в Узбекском национальном академическом театре драмы, они дали несколько спектаклей. Я вам скажу, что зритель действительно был разновозрастной категории. И там были не только вот из казахской диаспоры, там даже, также и присутствовали местное население, тоже разновозрастной категории, и языкового барьера вообще не было. И я даже хочу сказать, что там публика, она настолько внимательна и вот настолько тонко слушает. Артисты театра рассказали, как во время музыкальной инсценировки ташкентские зрители пели вместе с кустанайцами. Труппа надеется, что такой теплый прием станет основой и для обратной связи. Ответные гастроли они предложили организовать Узбекскому академическому театру. Они наше предложение приняли очень с большой благодарностью и пообещали, что сделают все возможное. Ну, и также мы надеемся на наше руководство, чтобы именно вот этот академический театр также побывал в нашем городе. После Ташкента артистов Кустанайского областного театра ждала уже наша Туркестанская область. Там они выступили в родном ауле одного из артистов и в самом Туркестане. Наш коллектив – это один из мощнейших коллективов Республики Казахстан. Надо дать возможность этому коллективу больше выезжать за рубеж. И хороших постановок надо. Такую возможность уже обсуждают. Выступление в Узбекистане оказалось успешным. Об этом говорят и сами артисты, и представители управления культуры Кустанайской области. Это начало нашей гастрольной деятельности. У нас впереди сейчас ведутся переговоры, и практически уже запланирована поездка в Республику Монголию по приглашению наших соотечественников казахской диаспоры в Монголии. И я думаю, это тоже будет полезной поездкой для нашей труппы. Пользу от поездки артисты видят в обмене международным опытом. Коллеги из Ташкентского театра уже предложили кустанайскому художественному руководителю несколько идей для будущих спектаклей. Яр Ахмечен, Манарбек Касков, Наталья Басмурзина, РТН.